Всем привет! Это канал Cartman Boxing. Сегодня будет очень короткое видео, как сделать свои руки, как подготовить свои руки для тренировки по боксу. Я собираюсь сейчас сделать себе тейп на руку и тейп поверх бинта, так, чтобы я влез в перчатки Firetex и BGV9 и буду работать на этих мешках. Начнем. Нам понадобится тейп. И сразу объясняю, для чего это нужно делать. Сам по себе тейп не защищает на голой руке, ну, может быть, только психологически. Самая основная задача тейпа на голую руку – это сенсорика. То есть у вас смотрите, в мозг передается больше информации о положении кисти, которая находится внутри перчатки и под бинтом. Вот таким макаром. Все, больше ничего не делаю, можно и меньше. Я просто чуть-чуть больше это делаю всегда. Если что-то давит, можно подрезать, можно чуть-чуть отмотать. Я делаю на закрытый кулак. Этот тейп немножко тянется, поэтому я не боюсь здесь перетянуть. То есть, когда я начну работать, кровь больше будет приливать к жилам, и рука становится немножко больше. Мне это не страшно, потому что тейпы тоже чуть-чуть растянутся и сядут на руку. Вот так. Не очень красиво выглядит, но нам здесь красота и не нужна. Нам нужен эффект от того, что мы делаем. Берем бинты. Бинт наматываем удобным способом, каким вы пользуетесь всегда. Ничего придумывать здесь не нужно. Я лично бинтуюсь на закрытом кулаке, опять же, чтобы у меня не оставалось никаких складок. Каратисты там балуются. Одна рука готова. Почти. Берем второй бинт, сразу наматываем второй бинт. Ну, а в чем преимущество? То, что вы можете делать это все сами. Здесь не нужна помощь ни тренера, ни катмана. Все можно сделать самому. Кто-то может сказать, что вот бинтов, в принципе, достаточно, чтобы хорошо поработать, и все будет окей. Но это как бьете, товарищи, как бьете. Если бьете не сильно, то можно и так. Если делаете жесткие удары, то всегда кисть может быть подвержена более жестким нагрузкам. Поэтому мы подготавливаем руку. Остаток тоже фиксируем. И самое главное, опять же, да, можно и так уже работать. Я прям чувствую, что руки мощные, но мы идем дальше. Мы клеим тейп поверх бинта. Здесь можно натянуть, не стесняться, потому что между бинтами, так сказать, там достаточно воздуха, чтобы просто стянуть. И сейчас мы прям делаем такую жесткую конструкцию. Вот так. Это фиксируем. И смотрите. Так как мы тренируемся, мы можем положить тейп на ударную часть руки. И делаем это вот такой петлей. Вот так. Еще раз сюда. И одна рука у меня готова. Вторую руку также. Как видите, это не занимает много времени, но значительно улучшает вашу защиту руку.
практики готовы. Нам остается провести хорошую тренировку. Не забудьте поставить лайк, написать комментарий и подписаться на канал. Всем пока!